Всем привет, с вами Вова. Сегодня мы будем обозревать набор «Настольная игра баскетбол». Такая вот у нее коробка. Положим коробку в сторону. Идем к самой игре. Такая вот игра. У нее есть такая фишка. Как бы сюда нажимаешь, и тут типа сколько ты забил сюда. Вот. Столько вот, например, ты забил один. Например, два там. Всего тут очков 8. Вот. Там, 9. Извиняюсь. Вот. Это типа такого можно куда-нибудь повесить. Вот так вот, например. И нажимать на нее. Смотреть сколько. Сам баскетбол работает вот так. Мы берем. Например. Вот у нас есть тут стрелочка. Она ездит. Мы ее направляем вот на это кольцо. И жмем на кнопку. И вот мы забили гол нашему сопернику. Как же? Так же наш соперник может тоже нацелить свою стрелку на свой, ой, на наш этот, да? И ударить. Вот, двигается она вот так вот этим. Тинь-тинь. Вот так вот. Вот. Но также и мы можем ему ударить, направим на него и пинь, и ударим себе сами. Потом берем на середину, мы уставим. И опять бьем. Бьем. Вот. В конец самый пынь. И почти гол. Надо направлять на вот эти квадратики. Сейчас я вот так сниму. Вот гол опять. Мы направляем. Опять гол. Опять гол. И так можно до бесконечности играть. Вот. Очень хороший набор, рекомендую. А вот в старом баскетболе тут были такие кнопочки, на них надо было нажимать. Тут были нарисованы такие циферки. Вот. Вот. На них жмешь и нажимается. Вот опять гол. Ну, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. С вами был Вова. Всем спасибо и всем пока.